И это уже третья серия по прохождению Battle Cat с нуля без уберов вообще. И вот мы получаем 30 баночек. Потом мы получаем кэт-тикет. Дальше у нас идет опять баночки и макс. Плюс 70, ой, плюс 20. Еще плюс 77. Ну, ребята, все, мы накопили уже почти больше половины. Для того, чтобы мы открыли 750 банок, которые нам очень сильно пригодятся. Ролик, кстати, ребята, вот, что я хотел вообще сказать по поводу рубрики. Следующие всегда будут уходить серии, когда на предыдущий набирается косарь. Вот он набирается над этой, над этим видео косарь, то тогда я выпускаю следующий видос. Ну давайте тогда сейчас вкачаем рыбку, потому что рыбка топчик, рыбка всегда поможет. Так, бонусы я эти вкачал. Так, давайте энергию вкачаем. Так, или... Да, для прохождения первого мира, я думаю, рыбки достаточно будет. Или... Не, ладно, все, давайте вот так оставим лучше. И потом для лизердов. Вот, погнали, в принципе, проходить. Блин, я пошел без пидапа, вот. Подождите, я же еще даже рыбку не взял. Так, экип. Берем рыбку обязательно, ребята, рыбка топчик. Оп, блин, только она стоит 800 аж. Но зато она тащит. Самое неинтересное, то, что тут, как бы, мы проходим уровни, и они, блин, они просто долгие и скучные. Вот это самое неинтересное сейчас. Вот хочу просто рыбку сейчас спробовать, поэтому сейчас рыбку первую выпустим. Вот надо было просто мне спидапов закупить, чтобы побыстрее проходить. Так, погнали. Оп, я думал, она всех с первой точки будет убивать. Блин, ну рыбка реально на топчик вообще, ребята. Так, прошли. Соуф, Африка. Блин, ничего нам не дали, плохо. Так, а тут? О, ребята, райер тикет. Ну, ребята, вы сами понимаете, что сейчас будет. Опа, давайте на коллабе, ладно. Коллабчик. Если новый какой-нибудь код из коллаба будет, будет прикольно. Ну, Кингкэт. Кингкэт просто пусть пока в холодильнике полежит. Все, пока что. Кингкэт на этом этапе игры нам не особо нужен, но и на всякий случай пусть просто полежит. Так, все, погнали дальше проходить. Первый уровень у нас пройден. Дальше, дальше, дальше. Вот, ребята, и что по поводу рубрики? Точнее, кстати, еще раз. Начнем с самого начала, издалека. У меня на канале сейчас 4830 подписчиков есть. Остается 170 подписчиков, и я... Выпускаю ролик, где я буду проходить... Ой, точнее. Где я открываю больше 100 капсул на своем основном аккаунте. Я не буду спойлерить, но мне там выпало... Прям, ребята, я вам скажу то, что... От, блин, от того, что я в шоке прям был. Типа, у меня реакция, конечно, там не настолько. Но мне выпали прям коты, которые мне были нужны. Я даже одного вкачал уже на 50, я думаю, вы понимаете... Если я вкачал сразу на 50 и почти левел его, то какой там должен быть код, чтобы я сразу потратил свою XP. Вот, поэтому, ребята, все в ваших руках. Поэтому, вот тут уже побольше пингвина вышло. Ну, давайте. Я думаю, ножки с рыбками справятся. Да, я прав. Оп. Рыбка на 10 левеле в первом мире очень хороша, поэтому, в принципе, тут ничего сложного быть не должно. Дальше у нас идет Сахара, ребята. Сахара это, я думаю, тоже будет легкий уровень для меня. О, как раз тут еще базы. А тут много человечков вроде выходит. Не, я помню, в каком-то мире, там точно вот на Сахаре ходят вроде в Into the Future, там в каком-то из, получается, миров выходит много человечков, так. Дальше. Ну и все, я думаю, тут легко будет уже. Да, 6000 на базе, 5000 меньше 5. Все, меньше половины мы уже снесли, и все, это, я думаю, уровень выигрышный, потому что, ну, барашки, конечно, сейчас будут убивать стенок, но... А, блин, или... Нет, они даже их не убивают. Ну и все, ребята. Изи, изи, победка. Третья победа уже. Все, инфериор выпало. Вот это хорошо, инфериор мне по... Три уровня мы уже прошли, остается нам семерочка, и все, по кайфу. Так, вот, блин, вот тут надо было спидап взять, ну ладно, как уже пошел, так пошел. Можно было вообще, наверное, коровку бы вкачать на 10 левел, чтобы с ней как бы можно быстрее проходить. Ну ладно, как есть, так есть. Я думаю, вот,
Получается, все равно новичкам будет интересно смотреть прям все с самого начала, вдруг у них что-то там не получится, что-то не так сделали. Вот. Конечно, прохождение уровней это индивидуально, как кто хочет, так и проходит. Вот, но есть основные моменты на начальном этапе игры, как им нужно проходить. Вот. Поэтому как да. Ребята, я еще вот думаю, я же еще должен ролик по поводу группы ВК, The Battle Cat, самая популярная, которая там больше 7 тысяч подписчиков на ней, вот, участников точнее. Я должен ролик, я еще его не сделал, поэтому в ближайшее время, вот я думаю, если что, я не забыл, ребята, я просто не знаю, как это именно оформить, вот. Ну, короче, мне нужно составить план уже действий, что я буду про нее именно делать, и тогда я уже, скорее всего, сниму, поэтому. А пока что нет. Пока что не планируется у меня. Пока что у меня вот первая часть, ну, прохождение первого мира. Я думаю, короче, вот я хочу, чтобы мне 5000 подписчиков сукнуло тогда, когда я пройду вот в этой, получается, рубрике «Путь новичка», «Первый мир», и вот тогда я выпущу ролик больше 100 открытия капсул. Короче, будет очень прикольно, ребята. Стримы я не знаю насчет стримов пока. Мне нужно купить вот новый телефон, у меня скоро ДРМ, 27 октября. Вот поэтому надо подумать. Сейчас надо выбрать телефон, как минимум, чтобы он был мощный именно в плане для игр. Вот, пока как-то так. Ну и все, ребята, проходим уже 4-й левел, поэтому по кайфу. Все довольно пока что просто. Никаких сложностей, нет, трудностей не возникает, поэтому жалко, что не дается. On you cat, это нам дается разблокировать какого кота. Так, о, лизард, все, лизард, теперь лизард будет вкачан. Так, все, лизард для головы. Турция. Так, это уже получается 5-й уровень. Мы проходим Турцию. Я не помню, кстати, что именно тут уходит, но, блин. Мне не нравится то, что тут очень длинное расстояние между базами, поэтому возьмем спидап, чтобы намного быстрее пройти, чтобы вам, так сказать, не тянуть время. Так, вот, и получается, на второй уже части было уже около 40 онлайн, и это довольно плохо, но все же. Если над этим, так сказать, роликом, где третья часть «Путь новичка» будет около 50 онлайн, то будет круто. И, ребята, меня, кстати, YouTube перестал продвигать, вот раньше, если там... Короче, меня мог кидать в реки даже в некоторые, то сейчас вообще нет, потому что, как бы вы сами понимаете, я на 40 дней там забрасывал, поэтому мне нужно, так сказать, начинать все заново. Блин, вот летом вообще был момент, когда у меня чуть ли 100 тысяч просмотров не было за месяц, вот, но я тогда уже чуть перестал, мне уже это чуть поднадоело, поэтому я и перестал снимать. Вот, и, конечно, мне нужно дизайнера на превьюшке, вот, пока что мой человек, который делал, он пока не может все мне... это сделать, потому что у меня там сломался телефон, короче, вот так вот, если ты, именно ты, который смотришь этот ролик, круто разбираешься там в дизайне, там превьюшки делаешь крутые, то напиши мне, пожалуйста, в ВК, у меня ссылочка есть там, где в канале там получается главное видео, и там о канале, там есть ссылочка. Так, ребята, и мы подошли к России. Так, ну и что, это получается уже 6-й левел, да, мы сейчас его пройдем, я думаю, даже налегке, в принципе. Почему нет? Это 6-й, да, левел. И нам остается еще 4. Рыбка. Как думаете, успеет накопить на рыбку, чтобы он до базы не дотронулся? Не, не успею. Ну ладно. Так, и, блин, ребята. Я серьезно, вот, если продолжаю разговор о том, что меня YouTube перестал вообще продвигать рекомендации, я, короче, могу статистику даже скинуть там по поводу новых зрителей. Вот, если в июле у меня прям рост колоссальный, прям был типа подписчиков, то сейчас, вообще именно новых подписчиков, то сейчас нет. У меня просто не особо идет, потому что YouTube меня перестал продвигать из-за того, что я перестал снимать. Это вот, блин. Плохо, конечно, лучше бы я думаю, сейчас я лучше бы снимал бы, и тогда у меня уже 5000 подписчиков было бы давно, вот. А сейчас мне их приходится набирать, вот, довольно сложненько, но ладно. Не все ж легко должно быть, вот. Горилки погнали, но... Ой-ой-ой, ну что, оп. Оп, все, ребята, давайте домой. Давайте в свои джунгли, оп. Хотя в джунгли вроде горел, не знаю, нет. Ну ладно, в принципе, да. В скором времени я уже открою 750, получается, банок. И тем самым 11 капсул. И мне выпадет довольно много новых котов, я думаю. Вот. И тогда уже будет мне намного легче. Короче, на первом этапе игры просто вот вкачайте там ножик. Или
рыбку, короче, и тогда вам будет намного легче проходить весь первый мир. А когда вы проходите первый мир, у вас почти уже будет 750 банок, и тогда вам уже второй мир покажется прям легким. Вот. Но, блин, ребята, неинтересно вообще проходить Battle Gets до третьего мира, до Банбана. Там надо, блин, собирать эти золотые монетки. Скорее всего, золотые монетки буду я собирать. Получается, до, ну, не в видосе или же во время стримов, но стримы пока вообще не планируются, потому что у меня нет нового телефона. Короче, все зависит от нового телефона, так сказать, которого у меня еще нет, поэтому как-то так. Поэтому погнали дальше, ладно. Так, Моржик, вот это, а рыбка ж против... Да-да-да, все нормально. Блин, она сейчас не попала, жаль. Именно по Моржику, и опять не попала. Ты попади, да, попала, все там. Все, минус. По кайфу. Учитывая, что у меня есть рыбка, поэтому мне вообще, по идее, Моржик, там, Носорог, я думаю, будут вообще, типа, легкими, несложными. Не было бы у меня рыбки, то тогда, наверное, нет.